Всем привет, дорогие друзья, всем привет, дорогие подписчики, с вами Стас, и я вас хочу обрадовать, я купил микрофон, и теперь ваша задача написать ту игру, которую вы хотите, чтобы был либо обзор, либо летсплей по поводу этой игры, и мы его снимем, если эта игра наберет много лайков. А пока я вас призываю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и посмотреть его, это будет обзор коллекционного издания «Властелина колец». Вот так вот он выглядит сзади. Здесь у нас надписи на языке Мордора. Здесь у нас перечисление всех фильмов, которые входят в это издание. И надпись «Властелин колец. Трилогия». И давайте же начнем по порядку обозревать. Вот так вот здесь вот лежат игры, фильм обозреваем. Это обычные DVD-боксы. Давайте каждый достанем, потому что каждый уникален и красив. Я также забыл сказать, что здесь три фильма и три дополнительных материала в общей сложности на 535 минут. Все это выполнено из картона, то есть диск, в нем другой. Такая вот подложка для диска абсолютно пустая внутри. Там идет сам диск с фильмом. И что меня порадовало, это вот эта вот карта. Здесь красным цветом Братство кольца. То есть как шло Братство кольца. То есть оно шло отсюда и вот до сюда. И вот так вот оно пришло. Также здесь что входит в это издание, то есть два захватывающих документальных фильма. Это все DVD-издание, не Blu-ray, не 3D, обычное DVD-издание. И вот здесь вот у нас сам «Властелин колец», «Братство кольца» и дополнительный материал к нему. С 12 лет, хотя на пленке было написано, что 16 лет, это новый рейтинг. Итак, да, и вы можете посмотреть, то есть обычные диски и как красиво внутри у них. Да, внутри у них реально красиво. Так. Карта. И здесь вот еще вот такой вот, как рисунок, где вот Гэндальф бежит их в пещерах моря и спасает. Так, давайте это отложим. Следующая часть у нас идет «Две крепости». Это уже вот такая вот красная коробка, две крепости. И давайте же посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас абсолютно ничего. Также достаем диск. И давайте начнем с заднего рисунка. Сзади у нас вот здесь вот Гэндальф нарисован. Гэндальф белый уже. Здесь «Властелин колец». Две крепости. Здесь об этом фильме. А здесь что входит в это издание. Также с картинками из фильма. И также вот здесь карта того, как они шли. Здесь вот обозначение. И здесь вот все, как они шли. Диск обычный. И дополнительные материалы. Все выполнено очень качественно, из хорошего картона, то есть претензий у меня к этому нет. И причем за цену, которую я это взял, это 790 рублей, вы видео это очень все качественно. И последняя часть, это «Возвращение короля». Она выполнена вот в таком вот синем издании. Сзади также ничего не здесь, вот такая вот очень красивая картинка. Я так понимаю, эльфийский город. Здесь «Возвращение короля», вот такой вот цветок. Прям вообще. И также здесь уже показана карта. Обозначение, вот как они шли. Абсолютно такая же бумажка. Абсолютно все то же самое. И как обычно, два диска. Фильм и
дополнительные материалы. А, и вот оставшись вот Братство Кольца. 8 лет коробкой. С вами был Стас. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте смотреть старые ролики, ждать новых роликов. Звать друзей. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.